Так, дорогий Олесь, ты сегодня автор нашей выставы. Расскажи про то, как родилась твоя композиция «Память Числа Немана». Дайте на меня. Так и рассказываем. Ну, тут я уже протягу всех этих размов, что были на этой вечерине, потому что я шмат чего сказал, хотел сказать, что Чеслав Немін не просто так пришел я до этой картины, эти приехал. Это мое, можно сказать, юнацтво и початок выучения навод белорусской, польской мовы у интернате, то есть зараз это школа имя Хремчика. И мне делось так вот, все тут казались, с 10 до 11 класса у меня уже в голове был некий дивный естественный свят, но под попугами уже были такие ягоные, ну и захопление польскими часописами, зрозумело, польской музыкой, Свярином Краевским, зрозумело, это уже червоные, никуда, гитары. И они уже потом приехали сюда, эти червоные гитары, там Небеска Чарный, Чеслав Немін, но это трошки позднее. Я ще розуміння Чеслава Неміна. Колись у 73-м годі ми трапили з практикою у Кириловсько-Білозерський монастир Вологодщина. І, зрозуміло, там нечакано для нас опинулись люди, які переселенці у 30-ті годи відсюль, з Білорусі. Я зараз пам'ятаю дівчину, вона нам допомагала там з квітками, здається, Лариса Івонська. І вона... И вот приходишь до их у гости, и они ставили Песняров, Чеслава Немена и, сдается, Пинк Флойд. И вот это вот такое пошло, это и 70-е годы. Ну а коли вот зараз, вот опошние годы, то, что вот я пишу, у меня нечто, каждый из нас, и у каждого из нас есть свой Грунвальд. И мои герои, которых я пишу, все едут на Грунвальд. Яких нема уже, например, Костя Тарасов, чи, там Вітов Чаропка, ну и он еще там есть. У меня так само, я вирішив, что шукать, я шмат композицию робив, накиду, и для меня так само Немен едет на свой Грунвальд. У кожного з нас свой Грунвальд. Я його вирішив так. Може, це там ніякі свічі стоять, там червоні. Ну, те, що Неман, більш того, я вже років 20 відпочиваю, ну, більше сказати, не відпочиваю, там пишу, гриби збираю, якраз на Немані, но тільки з Дятловської сторони, а на тим березі Орля Шучинський район. Ну, ніяк не можу до Василішек дійти, чи на ровер доїхати. Ну, думаю, це вже у будущій буде таких моїх. Може, у гэтым годі. Ну, ждаем тебе поспехов, и ты про Василишки дошел до Грунвальда. Добро. Счастливо. Дякую, Елена.